Всем привет, с вами Lingua Show. В сегодняшнем ролике мы с вами поговорим о 50 самых востребованных прилагательных в итальянском языке. Ставь лайк, подписывайся на канал, чтобы не пропустить наши следующие видео, а мы начинаем. Basso – низкий, alto – высокий, bello – красивый, brutto – некрасивый, grasso – толстый, magro – худой, giovane – молодой, vecchio – старый, robusto – сильный, snello – стройный, gentile – вежливый, fedele – верный, allegro – веселый, stupido – глупый, buono – добрый, avaro – жадный, crudele – жестокий, timido – застенчивый, cattivo – злой или плохой, pigro – ленивый, curioso – любопытный, романтико – романтичный, джелозо – ревнивый, фурбо – хитрый, дженерозо – щедрый, модесто – скромный, пруденте – осторожный, транквилло – безмятежный, кветто – спокойный, инкветто – встревоженный. Allegro – радостный, triste – грустный, felice – счастливый, infelice – несчастный, contento – довольный, scontento – недовольный, cupo – мрачный, sveglio – бодрый, неунывающий, miserabile – несчастный, entusiasta – восторженный, deluso – разочарованный, ispirato – вдохновленный, depresso – подавленный или унылый, oppresso – подавленный, agitato – взволнованный, eccitato – возбужденный, passionale – страстный, apatico – равнодушный, безразличный, impassibile – невозмутимый, fiducioso – надеющийся, disperato – лишенный какой-либо надежды, desolato – безутешный или отчаявшийся. Как же нам сказать о выражении своих эмоций или какого-либо другого человека? Все просто. Нужно глагол essere поставить в нужную форму и за ним использовать прилагательное, которое уместно. Например, sono ottimista – я оптимист. Lui è contento – он довольный. Lei è felice – она счастливая. Sono calmo – я спокойный. Lui è nervoso – он нервный. Lei è arrabbiato – она злая. И так далее. С внешностью все то же самое. Глагол essere и то, что вы хотите описать. Например, sua moglie è molto timida. Ваша жена очень застенчивая. Или mio marito è molto pigro. Мой муж очень ленивый. Lei è molto buono. Вы очень добрый. Luisa è molto stanca. Луиза очень устала. Loro sono poco interessati. Они мало заинтересованы. Если тебе понравился урок, конечно же, поддержи нас лайком, подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Переходи в наши предыдущие и смотри наши уроки. До новых встреч, всем пока!